Руководитель товарищества Алексей Джиранов, более 20 лет выращивающий на своей земле урожай, хорошо знает особенности скороспелых сортов зерновых культур, адаптированных к северному региону Казахстана. Поэтому сейчас работники агропредприятия взялись за выращивание нескольких видов пшеницы. Непосредственно семеноводством глава товарищества занимается уже более 10 лет. Этот урало-сибирский сорт мы суперэлиту привезли. По прошлому году, 2020 году, правда, мало мы сеяли, 250 гектаров, 46 центнеров дало по прошлому году. Мы сейчас все эти склады, ангары, видите, ставим штанги, температурный режим соблюдаем. У нас здесь семеноводческое хозяйство. Мы сейчас это все перекидку делаем. Весной через Мехтака будем пропускать, калибровку делать и сеять. Также на продажу у нас. Его мало, правда, Урало-Сибирская, Баевчанка, Омская 28, которую мы суперэлиту везли сейчас по... В этом году уже она элитные семена. Заявок много, мы будем продавать. На складах товарищества горячая пора по подготовке семян пшеницы к посевной. Мы занимаемся сейчас перекидкой зерна, чтобы оно не начало греться, потому что на улице становится тепло. И из-за этого мы его сейчас остужаем, перекидываем с места на место. Подготовку делаем, убираем, чтобы все было нормально, и посев у нас прошел хорошо. Мы сеем так много, значит, наше зерно все ценится, и есть потребность в продаже. Вот мы обрабатываем, чтобы у нас все было хорошо, чтобы посев хороший был, чтобы зерно было, чтобы урожай был. В середине мая хлеборобы начнут работу на полях. Иван Однорог, Колымбек Мухамеджанов, Дархан Мужибаев, Алмаз Садвакасов, Кокшей Акпарат.